Долгожданный старт. На Французском бульваре начался ремонт дорожного покрытия, которое повредилось из-за тяжелого транспорта и строительных работ неподалеку. На время перевоплощения бульвара дорожные службы обещали проезжую часть полностью не перекрывать, но без затрудненного движения, увы, не получится. По предварительной информации, процесс изменения Французского бульвара займет от 2 до 3 месяцев. Речь о полной реконструкции не идет. Ремонт сделают в местах крайней необходимости. Все элементы дороги должны остаться на своих местах. Дорожное покрытие имеет массу просадок, провалов, которые действительно мешают проезду автотранспорта, общественного транспорта. Поэтому принято решение провести устранение этих просадок, провалов. Выполнение ремонта на себя взяла компания «Пикстрой». В течение нескольких недель подрядчик заменит часть просевшей брусчатки на новую, а также восстановит основание дороги. По словам дорожников, скорость выполнения работ будет зависеть от погодных условий и интенсивности движения на этом участке. Перекладывать брусчатку начали от Итальянского бульвара до переулка вице-адмирала Азарова. При этом перекрыть пришлось одну из полос. О капитальном ремонте этой части города легенды ходят уже не первый год. Когда-то здесь собирались опустить трамвайное полотно. Также рассматривалось создание отдельной полосы для общественного транспорта. Дорогу, сохранившуюся с конца 19 века, несколько раз пытались убрать, но одесситы, так сказать, свое отстояли. Небезразличные местные сопротивлялись расширению улицы с помощью высадки деревьев. Так что на какое-то время бульвар Французский во всех смыслах был в цвету. Но старую добрую застройку этой части города, похоже, не остановить. Просто напомню о том, что Французский бульвар относится к историческому ареалу города, где запрещено любое высотное строительство. Ну а пока будем наблюдать, захотелось бы верить положительными изменениями в виде нового дорожного покрытия. Татьяна Бурумбей, Константин Нищерец, телеканал «Репортер».